были определены 8 приоритетных проектов, параметры которых были утверждены сегодня на заседании президиума. Первое – это внедрение рискоориентированного подхода и концентрация работы контрольно-надзорных органов по контролю за рисками, которые представляют наибольшую потенциальную опасность. Уже с 2018 года, по итогам работы в следующем году, все плановые проверки контрольно-надзорных органов должны будут осуществляться по объектам высокой категории рисков. Такой же подход будет применяться к другим надзорным мероприятиям, в том числе внеплановым проверкам. Второе – это упор на профилактику деятельности контрольно-надзорных органов. Это та задача, которая была поставлена перед правительством, президентом Российской Федерации в послании Федеральному собранию. В рамках этой задачи в следующем году мы должны начать масштабную работу на уровне субъектов Российской Федерации, наших территориальных контрольно-надзорных подразделений по профилактике особо опасных рисков. Это означает, что в ежеквартальном режиме мы будем проводить открытые слушания по итогам проверок, которые надзорные ведомства будут проводить в течение 2017 года. В рамках этой работы будем обобщать выявленные нарушения, выявлять нарушения высокой степени опасности и будем готовить соответствующие методические рекомендации и разъяснения для бизнеса, каким образом организовать свою работу так, чтобы избежать выявленных нарушений в будущем. За счет вот этой масштабной работы мы рассчитываем существенно расширить охват и понимание бизнеса тех требований, которые сегодня существуют на уровне государства и предъявляются контрольно-надзорными органами. Третье направление – это существенная глобальная информатизация и автоматизация в работе тех контрольно-надзорных органов. Нам необходимо за следующий год разработать и начать внедрение системы личных кабинетов. Практика такая уже на сегодняшний день в работе наших федеральных органов есть. Очень позитивно она зарекомендовала в деятельности Федеральной налоговой службы, когда бизнес своевременно оповещается и о проверках, и о системе надведомственного контроля и взаимодействия с контрольными органами. Кроме того, это позволит нам существенно повысить качество межведомственного взаимодействия, когда информация о проведенных проверках нашими ведомствами будет доступна для других контрольно-надзорных органов. Это означает, что мы сможем избегать дублирующих проверок и снизить таким образом административную нагрузку для бизнеса. Кроме того, информационные системы являются мощным инструментом по профилактике коррупционных нарушений в деятельности контрольно-надзорных органов, потому что чем меньше контакта предпринимателя с контролером, чем больше это взаимодействие построено вот в таком электронном формате, тем, собственно говоря, коррупционные риски меньше. Кроме того, нам необходимо существенным образом совершенствовать работу с кадровым составом наших надзорных ведомств. Это тоже сегодня обсуждалось. И здесь высказывались в том числе предложения по оптимизации структуры контрольно-надзорных ведомств. У нас на сегодняшний день на федеральном, региональном, межрегиональном, окружном уровне структур достаточно много. Их деятельность может быть оптимизирована, а за счет высвобождаемых ресурсов мы сможем в том числе поднять уровень оплаты труда нашему инспекторскому составу. Вот основные задачи, которые были определены на 2017 год. Сегодня мы этот паспорт проекта опубликуем, и вы сможете детально ознакомиться со всеми параметрами его реализации как в следующем году, так и на перспективу до 2024 года.